В преддверии 9 мая продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо губернатора и главы Химок, подарки дарят и предприниматели. Это наши и бывшие, и настоящие. У всех у нас воевали деды, сами принимали участие. Так что это знакомо. Отметим, каждого ветерана в Химках курирует определенный сотрудник администрации, который постоянно с ним на связи и точно знает, чем можно помочь. У меня лично есть два ветерана, я с ними регулярно общаюсь, встречаюсь. Мы узнаем, нужна ли какая-то помощь, даже безотносительно праздников. Но, естественно, к таким великим праздникам, как День Победы, или 23 февраля, или Пасха, мы обязательно стараемся людей поддерживать, поздравлять. С подарками к ветеранам приехала и заместитель главы администрации Ирина Теслева. Сегодня я приехала поздравить с наступающим праздником нашего ветерана и, конечно же, вручить ему подарки. Это, наверное, малая часть той благодарности, которую мы испытываем к нашим ветеранам. Среди подарков сегодня – бытовая техника, электроника и просто приятные уютные презенты. Теплый плед, цветы и продуктовые корзины.